Записываю, поставил. Небольшой вертолет это. Не серва, как где это, блядь? Проходной двор. Сейчас как раз под запись пролетит, блядь, будет сам. Смотрите, если у кого-то нет 100 тысяч, хотите подешевле машину, я могу шестерку купить. Я не знаю, там за 50 тысяч поучаствуйте. Но сначала давайте это попробуем разыграть. Можно бартером, если налички нет, можно бартером. А что ты под бартером? Что именно, какой бартер тебя интересует? А какой бартер тебя интересует? Ну вот на 100 тысяч что-нибудь. Ну что, что есть у тебя на 100 тысяч? Прикинь, тебе яблок принесут несколько рюкзаков, блядь. Ну если на 100 тысяч, то я приму, чё. Чё, как вас тут? Да. Будешь участвовать? Ну скажи мне правое яйцо на голову. Ну все, закидывай мне на счет 100 тысяч, я тебе скидываю аптечку, там 10 ключей. Один из этих ключей подходит к этой тачке. Ну все, выбираешь, если ключ подошел, тачка твоя. Понял, все. Давай. А, этот клан фартовый, они все тачки меня позабирали. Тимохи еще нет. Ну, 100к это нормальный. Слышь, Серега, на что я обратил внимание? А вот когда он говорит, я беруши выключаю вообще, а все равно я его слышу. Ну он говорит в этот в общий чат. Ну, прикольно. Хуй заглушил. Ну, все равно неплохо. Извиняюсь за выражение, да. И деньги. Так, все, деньги пришли, да. Значит, смотри, вот. Давай, подходи, я скидываю аптечку, там 10 ключей, можешь подумать, посмотреть, повыбирать. Считалочку посчитать. Ха. А почему так? Странно. Все, иди пробуй, если. Давай, если не подходит. Ну, тачка открыта, соответственно, ты ее должен закрыть. Не подходит, да? Yeah. Не повезло. Кидай обратно. Ты таким образом еще на такую тачку денег заработаешь. Да, тут заработаешь. Но это сегодня. Это сегодня такая история, что не могут попасть. А я когда вчера или позавчера был гелик. Был, значит, вот такой же CG7 и шестерка. Так, мандарин еще раз закинул. И короче. Вот такой CG7 с первого раза улетел, гелик с первого раза улетел, а шестерка со второго раза. Так, мандаринчик, да, принял у тебя деньги, давай, пробуй. Давай. Нихера, да? Не фартануло. Я сяду, посмотрю его как раз. Садись, конечно. Сварыч, я увидел, что ты написал, проверим потом. Сейчас пока не могу говорить, какой подходит. Этот, он деревья валит, короче. Вот эта тачка валит деревья. А в горку нормально ползет? Ну нормально. Я на ней, честно говоря, не ездил даже. Ну пацаны ездят нормально. Вот этот CG деревья валит? Да. Ну то есть он не так валит, как, допустим, этот БТР, да? То есть с места. На нем надо разогнаться чуть-чуть, разогнался, и с разгона он валит деревья. Ну, короче, нормальная тачка такая. Прям в хозяйстве пригодится. 450 слотов плюс бочка. Ну, соответственно, донатная бочка можно касать. Чем могу я, короче, еще и крузак свой разыграть донатный.
Будет кто-то участвовать? У меня была последняя сотка. Там у тебя богатый есть один Тимошка такой у тебя в клане. Он там, у него денег там до Урала, блин. Да, ну не, я так чисто, потому что последняя сотка была. Интересный момент, интересный. Первый раз такой я розыгрыш вижу. Могу Камри еще выставить, если хотите. Ладно, удачи тебе в твоем розыгрыше. Давай. Давай, давай, дружище, давай. Ты играй, ты только сегодня пришел, да? Ты у меня спросил? Да, да, да. Да, буквально 2 часа назад, наверное. Да, мне товарищ. Давай, играй. Товарищ играет. Да. Я просто смотрю, у вас тут народу много играет. Ну, тут, на самом деле, на первом сервере ты всегда фул. Ну, по 40 человек. А на втором сервере там все то же самое, но только там как плюшки будут раздавать товарищи, ну, соответственно, другие люди. А, не просто узнаю, если сейчас выпросишь, а мне ноль. Молодежи просто много. И а да, не какой молодежи, тут самые молодые 23 года, тут старперы все 39-40 лет тусуются. Я просто по никнейму посмотрел, что хер знает. Понял. Ну давай присматривайся, что я сейчас. Да, да, сейчас пока. Мне, видишь, товарищ накидал уже шмать. Я тут это вот чисто тут я был, он приносил мне, одел, обул меня. Винтовку дал. Ладно, давай, удачи. Давай, давай. Вот как-то так, ребятки. Такие вот дела. Давай. Я тебе так в качестве этого вот. Подожди, иди сюда, друг. Андрон. Давай, может, тебе повезет. Выбирай ключ. Да ладно, перестань. Да давай, давай, давай. Ну давай, попробуем. Кстати, записываю я. Смотри, только давай, давай, подожди, не бери ключ. Давай договорим с тобой сразу. Если ты будешь уходить с сервера, если ты сейчас, допустим, тачку выиграешь, да? Ну, заберешь, найдешь ключ. Но там будешь планировать уходить, ты эту машину, ну не знаю, отдашь кому-то. Не продавай ее, ничего, просто отдашь какому-то чуваку. Не вопрос. Договорились? Не, ну я все 5 серверов давай хочу попробовать, как бы еще. То есть. Ну я понял тебя, давай. А если вот ты отсюда окончательно будешь уходить, да, тогда отдашь. Ну это понял. Если вдруг да ты сейчас выиграешь. Да все отдам, что будет у меня. Просто еще такой вопрос. С сервера на сервер, если я перейду, с первого на второй, я с этим же хабаром перейду, да, лутом? Нет. Там с нуля, с нуля все, да? Да, ну если у тебя, допустим, здесь будет тачка донатная, то ты, конечно, можешь попросить администрацию, они тебе могут перенести, да. Понял. А лут нет, не переносит. Понял, понял. Ну давай, попробуй. Давай, выбирай. Черненький возьму. Что, тебе рюкзак вручили? Ой, подожди. А, просто не. Ну, там, у тебя должно быть написано удержать. Да, а я у понял. Тебя не написано там, да? Не, кидай написано обратно. В коробку закинул. Куда? Ты закинул. В коробку черненький. Там 2 было, 7, я 7, один 7, брал. 8. А, да, все, есть, да. Ну ладно, давай. Все, давай тогда, удачи. Давай. Ну спасибо, Димарик, за, ты тоже за попытку хоть. Да не за давай что попробуем. Не за что, давай, давай. Ну давай, Димарик, пробуй. Выбирай ключ. Ебать, блин. Ты-то, Серег, далеко сейчас? А, ну вижу. Ой, убежал как далеко. Да на это и рядом лутаешь, в собор. Чё тебя, чем тебя дарили? Да он мне дал шанс попробовать эту машину. У него 10 ключей в аптечке или что-то такое, там в коробочке. И вот машина стоит, там ребята по сотке ему скидывают, но это ты понял уже, да?
И что-то поговорил с ним, говорил, ладно, давай, и развернулся и побежал, он кричит вслед, давай, говорит, попробуй, бесплатно тебе в качестве бонуса, что ты только зашел на сервак, блядь. Я говорю, да ладно, что там, давай, пробуй. Ну, взял я ключ, подошел. А он тебя обманул, тот не подошел, да? А он, да, не подошел, назад отдал. А он, видишь, еще с каким условием? То, что бесплатно, тогда, говорит, если ты будешь уходить с сервера, то машину кому-нибудь отдай. Ну, отдай, я ее поставлю открытую, пускай забирают. В принципе, вот так я подумал, не стал уж ему говорить. Как-то так. Но меня прикололо то, что беруши включают полностью. Ну, да, так удобно. И я их слышу, в общем, ничего даже не меняется, тише не становится. Ладно.